Нина Петровна, да. Вы знаете, зашел, увидел и сказал, что вы меня победили. Я привык видеть ваши работы немножко других размеров, в другой тональности, в другом направлении. А это действительно весна в самом лучшем понимании этого слова. Скажите, пожалуйста, как вам удается сохранить себя такой молодой, духовно, душевно? Ой, так это... Вы знаете, я сама, когда вчера развесили работы, я ощутила такую радость и сказала себе: Ниночка, спасибо тебе, что ты сделала такие работы. Я даже от тебя не ожидала, что может быть такая весна. И вот этот первый зал называется «Весна». То есть все залы, но именно первый зал – это как первая любовь, это как пробуждение, надежда, наши дети. Вот это все первое, первые квиточки, первые вот это вот поцелуй, все. И вот это все. И я просто счастлива, что вот эта работа висит. Вот эта большая, огромная, вот, «Ветвание груши». И вот это я люблю в жизни полноту. Я люблю, чтобы всего было много, чтобы было полное, чтобы все цвело, был восторг, восхищение. И вот эта вот весна – это восхищение. Давайте же, друзья, друг другом восхищаться, без парных слов не будем. Булат Шалвыча Куджава сказал. Да, это Куджава, я очень его любила. Это восхищение, восхищение жизнью, природой, людьми. То есть сегодня нет со мной тех, которые там всегда были в Грузуфе, но спасибо им всем, что они были тогда и всегда восхищались моими работами, я им дарила. Они были счастливы, наверное, всему Грузуфу надарила маленьких таких. И вот это вот, вот эта полнота, когда цветет эта груша, и все цветет, и миндаль, и персик, и вот это оно все, это так падает, опадает. Сейчас. Тютчев говорил, самая большая революция – это весна. Весна – это все, понимаете, мы ждем от нее, потому что и урожай, и все, и новая жизнь, и все у нас будет, у нас все будет хорошо. Ниночка, надеюсь на вот это все хорошо, и в нашей стране, вот, все, может быть, это все пройдет, вот это вот. Самое главное, чтобы был вот этот стержень. Ах! Наташенька, вот скажите, пожалуйста, чем больше всего вас поражает творчество Нины Петровны? Активностью, вкусом и гениальностью. Что говорить? Мы много лет, да, лет уже 20, больше, может даже и 30 уже, и деточек мы таких вот, это вот, и таких, но человек идет в ногу со временем. А если честно, я так смотрю, что сейчас впереди времени. Огромное, огромное ей спасибо за эту выставку. И я так понимаю, не только ей, а еще и деточкам. Помогли ей? Конечно, конечно. Сыновья – это большое дело. У нас их тоже трое. Вот так что. И у Нины трое. Так вот это у нас и на этой почве общение. Космос. Це космос. Це надзвичайна людина, яку я з першої миті, як тільки я її побачила, я просто закохалася в цю людину. Так. Ну, по-перше, вона дуже працелюбна, по-друге, вона дуже добра. І без Ніни якась частинка б життя була б якась неповноцінна. Вона завжди була присутня в моєму житті. І я ж на останок я хочу сказати, що я її дуже люблю. Ну, це основне, що я хотіла сказати. І я їй так часто говорю: Ніна, я тебе люблю.
Скажите, пожалуйста, вот что вас привело на эту выставку? Ну, во-первых, тетя Нина наш хороший друг семьи. Мы ее очень любим. Или очень любим ее творчество. Я помню, когда первый раз увидела ее работу, и я была потрясена, влюблена. Теперь всегда жду, что снова красиво такого. И в ее работе всегда есть Бог, свет, любовь. Всегда с удовольствием смотрю. Скажите, пожалуйста, можно поверить, что это, вот эти работы принадлежат кисти не женщине возраста Нины Петровны, а 20-летней девушке? По восприятию. Вы знаете, зная тетю Нину, меня не удивляет, потому что она молодая душой, и поскольку мы ее хорошо знаем, то неудивительно. Хотя, наверное, постороннему человеку было бы странно и удивительно, да, потому что работа действительно молодая. Но это только потому, что тетя Нина сама такая молодая. От що вас найбільше вражає у творчості Ніни Петрівни? Чим вона так знаменита, ну, в вашому розумінні? Для мене це фантазія і колір. Відчуття кольору фантастичне і взагалі володіння композицією, пластикою кольоровою. Дуже особливо такі послідні роботи деякі. Ну, як для мене, робіт 5 таких прямо надзвичайно гарно. Дуже гарний художник, надзвичайно. Мені подобається. Ігор, скажіть, пожалуйста, от чим вам імпонує творчий путь Ніни Петровни і вообще, за що її можна об'єктивно похвалити? Знаете, когда я получил мастерскую рядышком с мастерской Нины Петровны и впервые зашел в ее студию, я увидел эти первые полотна, первый раз в жизни я ее видел. Меня не просто сразили, не знаю чем, энергетика, вот эти колеры, сюжеты, то есть сюжетная линия вообще потрясающая. Человек, который уже в возрасте пишет такие вещи, молодежь только завидовать должна. Так что я обожаю и с удовольствием пришел на сегодняшний выставку. Ніна Петровна Бондаренко, ми зустрілися на пленері у Андрія Олексійовича Вадатурського і Вадима Юрлова. Вони нас запросили, це було в Миколаєві у 2018 році. І так вийшло, що ми з Ніною Петрівною жили в одному номері в готелі. Ми дуже багато з нею про що порозмовляли. Вона багато мені що розповіла. І фактично я вдячна їй за те, що вона, підсказала і направила мене на правильний художній такий творчий шлях. Ви знаєте, зараз дуже багато художників, дуже художники всі гарні, але таких яскравих, таких художників, які відчувають і колір, і відчувають кожне таке хвилювання, те, що відбувається і в природі, і те, що відбувається в нашій країні. І це по Ніні Петрівні дуже-дуже видно. Наприклад, якщо в країні якийсь смуток, чи якісь там негаразди, вона, я бачу по картинах, вона бере трошки темніші кольори, вони вже такі більш приглушені. А якщо, ну, зазвичай Ніна Петрівна, вона є така яскрава душа, кольорова, і вона бере оці сміливі, бере яскраві фарби, навіть на пленері, коли ми там писали одну роботу, ми біля Варварівського моста, це було в Миколаєві, і я вже дописувала свою, підійшов Сергій Олександрович Дублій, взяв кісточку, підійшла Ніна Петрівна Бондаренко, взяла кісточку, і оця картина одна, я вже не буду говорити про цю роботу, вона залишилася в приватній колекції. Там же на пленері, вони взяли ці кісточки і почали кожен докладати свою душу в цю картину. І ця вся яскравість, вона, ну, розумієте, Ніна Петрівна, вона жива, вона така справжня. Таких художників дуже.
дуже мало. Її треба берегти, і я дуже шкодую, що наша країна якось так, ну, трошки... По-дурному. Не то, що... Ставиться до таких людей. Мімо пропускає оце все. Треба більше почесті цим людям, більше допомоги, більше якоїсь уваги від держави. Абсолютно з вами згоден. Надо иметь восторг в душе, любить людей, восторг, все любить, что тебя окружает. Вот. И много-много работать, невзирая на детей, хотя у меня трое детей. Вот. Я не знаю, как они выросли, но они выросли. И теперь, благодаря моим детям, я могу выставлять такие огромные полотна. Вот. Потому что сама бы я не осилила материально бы эти полотна. И вот все моя жизнь с 14 лет, это все смысл жизни, это мое творчество. Большего количества людей будет возможность наблюдать. Вот. Ну, что мы хотели представить, Нина Петровна хотела вам показать всем. Я думаю, вы могли прочитать, ознакомиться в наших буклетах рекламных. Эта выставка создана по воспоминаниям о Крыме. Вот. Очень хорошо об этом было сказано одним. Поэтому мы чуть позже выложим тоже эту информацию, будет доступна на ее сайте. Он очень хорошее стихотворение написал о отношении Нины Петровны к ее Крыму, что у нее Крым отобрали, но в душе он у нее остался, и отобрать этого невозможно. И то, что мы сейчас вот здесь вот видим, это как раз доказательство именно тому, что Крым навсегда остается в душе нашей любимой Нины Петровны. Вот. И имеем возможность подарить вам эту красоту и поделиться красотой Крыма с вами. Ну, я честно, вчера, когда все развесили, я сказала: Ниночка, я тебя поздравляю с выставкой. Мне так нравится. Я осталась очень, я сама не представляла, как это оно может выйти, когда я все увидела, эти работы. 17 работ сделаны за последние 3 года. И я просто сама себя поздравила, потому что это какой-то, я не знаю, философ китайский Джон Цзы сказал: пока не собралась в душе, не застыла в руке. Вот. И вот то, что у меня собралось в душе за всю мою жизнь, с тех пленеров, как я стала 78-го года ездить в Крым, вот. Особенно на меня повлиял 91-й год, когда я приехала в Крым и познакомилась с вот Наташей, стоит Победная. Вот. Мы с ней вдвоем приехали. Творческую группу, и там Наташа познакомила меня со своим другом Владимиром Дышаком, архитектором, философом и с другими друзьями.
влияние его, с которым они учились в Академии изобразительных искусств. Вот, и Костером они уже в Царстве Небесное, Хорошиловым, Китаеведом. И как-то все эти люди, они очень повлияли на мое творчество, потому что влияет среда. Даже когда ты учишься где-то, вот, не педагоги, никто, а среда, вот, с которой ты работаешь бок о бок. Вот. И эти люди все на меня очень так повлияли. Ну, вот, а до этого те группы, те предыдущие группы, 75-8 год, когда я была в группах с ветеранами Великой Отечественной войны, вот, это люди были, которые уже прошли фронт, уже все, и уже не было вот этой мелочности, вот этого чего-то, вот это мое, мое, вот, вот, понимаете, они были с открытой душой. Ну вот когда они писали, они говорили: слушай, приди, посмотри, как я там накрасила, вот это вот. И я приходила, и я видела: вот, ну как же так можно, вот так вот. Тут вечером сидел, допустим, со Столяренко, Петром Кузьмичем, да, а на утро вдруг он написал его портрет в этих очках с этими глазками такими колючими, которые все видят и все это. И вот были такие художники, да, Царство Небесное, сегодня я хочу тоже сказать, Столяренко Петру Кузьмичу. Вот, и вот тогда мне говорили: я тоже хочу прийти посмотреть твои работы. И когда он пришел, тоже, ну, это спасибо, что, то есть художнику всегда надо, чтобы кто-то не то что похвалил, а как-то, ну, заинтересовался его работой. Когда ты понимаешь, что кто-то интересуется, а если это еще личность какая-то такая, значит, ты думаешь: ага, значит, что-то ты все-таки делаешь, ну, правильно.